Ну что, ребята, у нас 12 августа сегодня. 20 градусов показывает мое приложение погода. Я ем мороженое. Я взяла мороженое с манго и с лимоном. Но у нас последние теплые деньки, так что наслаждаюсь. Ну что, всем привет! Я сегодня в Будапеште. У меня сегодня будет встреча, и также я сейчас направляюсь на проспект Андраши. Это такой очень большой проспект, один из центральных, наверное. Ну, точно центральный, но один из. Я туда иду, потому что там... Кстати, смотрите, как красиво. Потому что там снимается уже 100%. Вот насчет моего предыдущего видео, там не 100% было. Прохожу сейчас улицу, тут разные посольства. Смотрите, дорого-богато. Вот, у нас в городе все-таки не 100%, что это была Анджелина Джоли. Я не знаю, кто, но то, что фильм там снимали, это 100%. Но, может быть, это была и она, я не знаю. Но сейчас она 100% снимается у здания оперы. Я, правда, не знаю, что снимается ли она на данный момент, прямо сейчас. Но вчера говорили, что да, она там снимается. Я решила, я все никак не успокоюсь, я решила, что я поеду туда. Вот, и, ну, как бы мы там договорились вот с девочкой тоже встретиться. Поэтому совмещу приятное с полезным. Или наоборот. Тут такая улица, знаете, немножко такое нью-йоркское настроение. Я, правда, не знаю... Не была ни разу в Нью-Йорке, но вот эти вот райончики такие маленькие, знаете, в фильмах их показывают. Такая еще осень. Очень красиво, очень аккуратно все. Как бы я не знаю, насколько это жилая улица, потому что в основном здесь находятся разные посольства. То есть, скорее всего, здесь никто не живет, просто люди здесь работают. Я еще молодец, такая села на автобус и думала, что доеду прям до оперы. Но автобус был не самым приятным контингентом внутри. Я подумала, что ладно, я сейчас проеду две остановки и пойду пешком. И потом подумала, а почему я вообще не пошла пешком? Погода теплая. Сегодня, кстати, последний теплый день. Вот вы видели в начале видео, я сказала, что 12 августа. Это у меня в голове. Было 12 августа, а так вообще 12 октября, но сегодня 14 уже. Вот он сам проспект Андраши, здесь находятся самые дорогие дома, ну одни из, ладно. Самые крутые офисы, самые крутые машины, в основном все здесь. Такая красота. Такое солнце яркое, надо было очки брать, но я как обычно. Прохожу сейчас музей террора. Вообще меня не очень в этом музее ждут, поэтому молча пройду мимо. Вот я иду, снимаю все подряд, люди, наверное, думают, что я турист. И они не знают, что я живу здесь уже 4 года. Кто мог представить? Ну что, я приду уже минут через 5. Как вы считаете, встречу? Нет? Давайте. Ну и что вы думаете? Тут никого нет. Никто тут ничего не снимает. Не, может быть, конечно, они снимают внутри. Но, по крайней мере, снаружи никого не наблюдается.
Вообще, вот это здание оперы считают одним из самых красивых вообще в мире, как бы. Но я согласна, что оно очень-очень красивое. Первый раз внутри. Очень красиво. Вот такая очередь в кота-кафе. Как будто они кошек раньше не видели. У меня лично есть один. А вот и здание базилики. Как я здесь вообще оказалась, я сама не поняла. Как-то улочками, проулочками забрела сюда. Люди спокойненько сидят, отдыхают. Красивый вид, на самом деле. В общем, мне сейчас девочка сказала, что вчера в 9 вечера стояли вдоль всей улицы белые трейлеры огромные. И, ну, как бы понятно было, что идут съемки. Но сейчас никого нет. Я не знаю, может быть, они снимают по вечерам. Кстати, напротив меня отель, который недавно открылся. Я поставлю фотографии из букинга. И ночь в этом отеле стоит 200 тысяч форинтов. Вот считайте, сколько это. Очень дорогой отель, очень крутой. Итак, какой вывод я могу сделать из сегодняшней поездки? Во-первых, Анджелину Джоли я не нашла. Второй раз. На этом я, наверное, заканчиваю свои поиски. Ну, первый раз, конечно, мне было по пути. И второй раз я сегодня не из-за этого поехала, а решила просто чуть раньше приехать и проверить. А так, да, вот я встретилась с девочкой. И по пути назад я хотела зайти в русский магазин, но там было очень много фанатов, сегодня какой-то футбол. Я подумала, что нет, я лучше поеду сюда. Не буду рисковать, потому что очень много пьяных людей, они кричали свои вот эти вот кричалки. Так что куплю я свои любимые кукурузные палочки и квас в другой день. Но так как я уже настроилась что-то купить вкусненькое, я сейчас пойду в кондитерскую, которая у нас в городе, и куплю здесь какой-нибудь вкусный тортик. Кстати, еще хочу сказать, что сейчас довольно прохладно. То есть мне в футболке уже вообще не жарко ни разу. Ну и не холодно, так что нормально. Я вот еще о чем думаю. Сейчас время 6:30. Кондитерские до 7 работают у нас. И успею ли я что-то купить? Потому что, как мы все знаем, тут любят закрываться пораньше. Но, по крайней мере, у меня есть точно 2 кондитерские, куда я могу пойти. Я надеюсь, что я успею. Все, десертик я купила успешно. Все супер. Ну что, хоть и в темноте, но я буду с вами прощаться. Спасибо, что посмотрели это видео. Не забывайте поставить лайк и подписаться. Здесь я рассказываю о жизни в Венгрии. И мы с вами скоро увидимся. Всем пока!